доступности качества здравоохранения. Глава городского округа Серпухов проверил стандарты оказания медицинской помощи в третьей поликлинике. Сергей Никитенко пообщался с руководством и коллективом медучреждения, ознакомился с материально-технической базой. Ежесуточно в третью поликлинику на улице Ворошилова за помощью обращается около 250 человек. Всего закреплено за этим учреждением около 30 тысяч пациентов. Несказанно большая нагрузка на врачей. Центральная поликлиника, всем удобно здесь, потому что да, транспортное сообщение очень удобно сюда. Поэтому даже те пациенты, которые прикреплены к другим поликлиникам, им удобно сюда ходить. Вообще эта поликлиника у нас по количеству прикрепленного населения самая большая. Сергей Никитенко ознакомился с материально-технической базой. В медучреждении недавно поступило новое оборудование в кабинет офтальмолога – компьютерный бесконтактный тонометр и рефрактометр. В скором времени поликлиника номер 3 станет участником проекта «Перезагрузка». Этот стандарт позволяет сделать обслуживание в медучреждении более эффективным и удобным для пациентов. Сейчас запись к врачам ведется по номеру единого колл-центра 122, а также через личный кабинет на госуслугах или на сайте МОСРЕК. Для удобства пациентов здесь установлены информаты. В поликлинике ведут прием кардиолог, хирург, лор, невролог, эндокринолог. И попасть на прием к этим специалистам стремятся многие жители городского округа. Избавиться от очередей и сделать запись более доступной к узкопрофильным специалистам поможет открытие новой поликлиники в Ивановских Двориках. Мы планируем после открытия новой поликлиники, возможно, часть узких специалистов перевести туда, а здесь, соответственно, уже будет сконцентрировано первичное звено. То есть это терапевт, хирург, невролог, да, ЭКГ, да, чтобы немножечко здесь, так скажем. Глава городского округа обещал рассмотреть варианты удобной организации транспортных сетей для большинства жителей округа после открытия новой поликлиники в Ивановских Двориках.